Штребух. Всем привет, с вами Штребух, пищеварительный гигант и расхититель помоек. Братва, вот и настало время, когда я вам покажу компьютер, который собрал почти полностью из помоечки. И это просто пушка. Супер мощный комп. Почти полностью на халяву. Так что всем приятного просмотра. Ну а мы приступаем к обзору компьютера для гаража, для стримов и для игр. Я нашел в помойке CX-600 Корсар и подогнал к Штребуху. Я подогнал к Владу. Владу. Ёпта. До свидания. Спасибо за внимание. Вот тут и сказки. Давай еще раз там попробуем. Ну, как вы поняли, ребятки, блок питания Corsair CX600 на 600 ватт мне подогнал Максон, подписчик. Вот, Димончик, покажи его. И? Он его нашел в помойке, он полностью рабочий, ребят. Я просто охерел. А вот мой, кстати, старый блок питания, который здесь стоял. Он никчемный, тут провода короткие. Они типа не доставали даже до платы, но с натягом. Ну, в принципе, он работал, но нафиг он нужен. А здесь 600 ватт, ребят. Corsair, у меня даже в компе и то Кугуар стоит. То похуже будет. Помоечка дарит электроэнергию для компуктера. Материнская плата. Материнская плата Asus модель P8H61MX. Ее мне подогнал человек с канала Помойный Рис. Ссылочка будет в описании. Он закупается электроникой на металлоприемках и все это продает. Собственно, эту материнскую плату он выкупил на металлоприемке за копеечки. И мне она досталась от него абсолютно бесплатно. Огромный тебе респект, Помойный Рис, за такую материнку. Ну и, собственно, процессор. Intel Core i5-3330 с тактовой частотой 3000 МГц, 4 ядра, 4 потока, прямиком из помоечки. Вот, самое главное, что процессор достался абсолютно на халяву вместе с этой оперативочкой. А оперативка здесь, две планки по 4 гига, DDR3 на 1600 МГц. Тоже нашел эту оперативочку вместе с процессором, прямо в одной помойке, на стриме. Башенный кулер Thermal Take был найден в помоечке, в зарыганном в хлам просто компьютере. Я его отмыл и поставил, охлаждает просто изумительно. Дальше, вот этот кулер с подсветочкой абсолютно новый, мне подарил подписчик на барахолке. Видеокарта AMD Radeon HD 7700 на 1 гигабайт. Самое главное, что она на 1 гиг и работает просто изумительно, с двумя кулерами. Так вот. Покупал эту видюху на Авито, потому что помоечка меня не порадовала нормальной видеокартой. Но тем не менее, я ее купил за 1000 рублей всего лишь. Это реально крутая покупка для такой системы. Жесткие диски. Здесь стоит один жесткий диск для файлов на 1 терабайт. Покупал его в DNS за 2500 рублей. А еще здесь стоит SSD-шник, чтобы винда летала, там чисто операционка стоит. SSD-шник брал за 1300 рублей на Авито, на 160 гигов. В принципе, для системы хватит. Ну и конечно же,
как вы могли заметить, здесь стоит супер крутой интересный корпус, который был найден в помоечке, но не мной, а Димон его нашел. Корпус серверный, Thermaltake. Компьютер очень тяжеленнейший, все из-за того, что этот корпус сделан из толстого металла. Корпус весьма надежный. Здесь, как вы видите, даже есть прозрачный люк. И, кстати, подсветочку тоже я сделал своими ручками вот этими золотыми. Вот эта лента из помоечки. Я этот комп собирал для самой главной цели. Для того, чтобы стримить в гараже. И для этих целей у меня есть все. Оборудование, свет, веб-камера, микрофоны. Все, что нужно, есть. Прикольный этот корпус вот такими лапками. Они алюминиевые, откидываются. Не знаю, зачем они сделаны. Но самое главное, что этот корпус абсолютно целый. И достался мне абсолютно на халяву. Димончик его нашел. В кормушечке нашей любимой помоечки. Сытные, ребят. Ну а теперь приступим к тестам. В CSGO при минимальных настройках, в среднем 100 FPS. Играть очень приятно, все просто летает, нет ни единого фриза. Правда, меня убивают постоянно, все потому что скилл я где-то оставил на помойке. Очень комфортно играть. С учетом того, что компьютер из помоечки почти полностью собран. Меня это капец как радует. Кстати, я запускал даже стрим на этом компьютере с CSGO, и все просто летало. Я даже мог тащить на стрим. Это было просто удивительно. Следующая игра на тесте – это всеми любимая GTA 5 онлайн. Я уже зашел в свой гараж и сел в свой кабриолет. Ну и настала пора выехать на охоту. При минимальных настройках в среднем 40 FPS. Это очень играбельно. И все очень плавно, нет никаких фризов. Правда, что-то мне сегодня с погодой не повезло. Как видите, на улице снег. И не особо красиво. Нет ни единого фриза. Это очень офигенно, ребят. Это меня капец как радует. Компьютер просто божественный. На самом деле я даже не ожидал, что GTA 5 онлайн на этом компе будет работать. Теперь я в гараже просто кайфую. Ну а следующая игра на тесте – это компьютерный PUBG. Ух ты, какая заставка красивая. 100 лет в него не заходил. Мне интересно, сможет ли этот комп потянуть компьютерный PUBG. На самом деле немножко сомневаюсь. Первый раз запускаю эту игру на этом компе. Слушайте, ребят, если меню не лагает, это означает, что скорее всего игра пойдет. Так, посмотрим настроечки. Настройки выставились автоматом очень низкие. Охренеть, PUBG работает и даже не лагает. В среднем 40 FPS. Нужно выбрать какое-нибудь крутое оружие. Капец, ребят, я такой нуб подобрал оружие, но не смог подобрать к нему патроны. Потому что реально абсолютно не понимаю, какие нужны патроны под эту винтовку. Фризов и лагов нет. Играть довольно-таки комфортно. И напоминаю всем, что в компьютере стоит видеокарта на 1 гигабайт, которую я купил за 1000 рублей на Авито. Также помимо компьютера, хочу вам продемонстрировать свои игровые девайсы. Во-первых, есть вот такие крутые наушники игровые от фирмы Bloody. Были найдены мной лично в помойке, но они были поломаны, а именно вот это ухо было просто полностью отломано, но я его на изи починил. И теперь эти наушники служат мне верой и правдой и работают просто изумительно. На них есть вот такой крутой пульт, на котором можно переключать режимы воспроизведения музыки. Здесь есть система 7.1, 2.1, какая-то еще система G. Тут еще можно выключать микрофон и регулировать громкость. В целом, неплохой звук у этих наушников. И с учетом того, что они мне достались на халяву, это просто супер крутые игровые наушники. Клавиатура от бренда Razer. Это одна из самых первых клавиатур от этого бренда. В ней даже есть подсветка на этом значке. И некоторые клавиши тоже с подсветкой. Клавиатура просто изумительная.
Находил эту клавиатуру не я, а мой друг Максим, который подогнал блок питания Corsair CX600. Она, кстати, полностью рабочая, мы с ним обменялись, я ему в обмен на эту клавиатуру предложил PSP-шку. Но она была с косяком, там надо было ее всего лишь перепрошить. Также прикупил для стрима веб-камеру Logitech Brio. Снимает она видео в 4К. Веб-камера просто офигенная, покупал ее новую за 16 тысяч рублей. Также находил в помоечку вот эту лампу, а лампочку, которая внутри лампы розового цвета, я нашел буквально недавно. Лампа светодиодная, работает просто изумительно и придает крутую атмосферу гаражу. Также мной был найден вот этот изумительный кольцевой свет, который изначально был поломан вот в этом месте, но я его починил. Кольцевой свет даже с пультом, здесь регулируется температура диодов, а также их яркость. А еще примерно полтора месяца назад мой компаньон по помоечкам Диман нашел вот этот музыкальный центр в помоечке. Ну а после мной были найдены вот эти шикарные колонки от бренда Samsung, которые я прикрутил к потолку. Ну а центр подключил к компьютеру, и теперь у нас офигенный просто звук. Кстати, вот эта прикольная светомузыка тоже из помоечки. И в этой световой музыке есть датчик на звук, с помощью которого эта светомузыка работает в паре с колоночками и моргает в такт с музыкой. А еще примерно 3 дня назад я решил прикупиться крутым микрофоном для стрима. Это микрофон Blue Yeti, который я присобачил на вот такой китайский паук, еле его туда засунул. Микрофон очень тяжелый и звук в нем просто офигенный. Если кто-то из вас хочет стримить, то можете смело такой микрофон покупать. Купил я его за 6500 рублей на Авито. Изначально этот микрофон шел с подставкой, но я ее снял. С помощью паука гасятся вибрации, а с подставкой на столе любой звук стола передается в микрофон. А мне это не надо. Микрофон супер крутой, его даже используют СМРщики. В нем есть большое количество различных режимов. На корпусе различные регулировки. Кому интересно, можете загуглить и посмотреть характеристики и обзоры на этот микрофон. Коврик для мышки SteelSeries в офигенном состоянии. Находил его в помойке. Он, кстати, даже не ушатанный. Его нужно, конечно, постирать и будет как новенький. Огромнейший коврик и супер крутой. Помоечка дарит игровые девайсы. Мышка от бренда SmartBuy. Купил ее рублей за 50 у моего конкурента, который нашел ее в помоечке. Работает просто изумительно. Как видите, она с подсветкой и смотрится довольно-таки неплохо. Монитор на 27 дюймов от бренда Philips. Покупал я его на Авито за 6000 рублей. И было это примерно полгода назад. Но у монитора есть косяк. Как видите, в этом углу большое белое пятно. Изначально монитор был абсолютно целый, но вот такой он мне приехал. Было очень обидно. Видимо, это пятно появилось при транспортировке. Но в принципе не особо страшно. Второй монитор от бренда Samsung, который поворачивается. Картинка в нем вообще офигенная. Находил его в помоечке. Это когда-то был очень крутой моник, но сейчас он вообще никому не нужен. И подобные мониторы выкидывают в помойку. Я его подключил как второй монитор для того, чтобы читать чат на стриме. Интернет в гараже подключил с помощью 4G модема от бренда Мегафон. Находил его в помоечке. Мне оставалось только купить сим-карту, подключить безлимитный тариф без ограничения скорости на месяц. Стоит он, кстати, 1100 рублей. И вуаля, теперь в гараже есть интернет, с помощью которого я могу стримить и играть в онлайн игры. Кстати, интернет настолько крутой, что я могу смотреть на ютубе видео в качестве 5К. Это просто восхитительно. Я, конечно же, не ожидал такой скорости от такого малыша из помоечки. А еще был найден мной в помоечке принтер от бренда Xerox. Полностью рабочий. С помощью него я теперь распечатаю вот такие бланки, с помощью которых отправляю посылки Почтой России. Помоечка дарит рабочие принтеры, с помощью которых я отправляю посылки. Это просто изумительно, ребят. Делаем микс из двух цветов.
Как видели, я еще решил этот корпус украсить красочкой из помоечки. Сиреневой и черной. Выглядит просто отпадно. Ну а теперь подведем итоги по стоимости этого компьютера. На Авито мной была куплена видеокарта за 1000 рублей. Жесткий диск на 1 терабайт я купил в ДНСе. Также купил SSD-шник за 1300 рублей на Авито. В целом мне этот компьютер обошелся в 4800 рублей. Ну а все остальное досталось мне полностью на халяву. Это не компьютер, это какой-то реально Франкенштейн. Материнская плата с металлоприемки, оперативка и процессор с помойки, корпус из помойки, кулер на процессоре тоже из помоечки, подсветка из помойки, блок питания тоже из помоечки, но находил его не я, к сожалению. Сборка выдалась супер сбалансированная, с учетом того, что я эти комплектующие не подбирал, мне просто фартануло, что-то в помойке, что-то подарили. Компьютер реально крутой, подходит как и для стримов, так и для игр. Вообще офигенный. На SSD-шке винда просто летает. Поэтому, ребят, если захотите собрать подобный компьютер, в целом вы можете полностью скопировать все мои характеристики и собрать себе точно такой же. В этой сборочке я уверен на все 100%. Ну а с вами был Штребух, пищеварительный гигант и расхититель помоек. Встретимся в следующих видосах. Ну а также на стримах, которые будут в гараже теперь с помощью вот этого зверя Франкенштейна. Штребух вылез из помойки, штребух налутал. Штребух обнулил помойку и на ум забрал. Штребух вылез из помойки, штребух налутал. Штребух обнулил помойку и на ум забрал. Штребух вылез из помойки, штребух налутал. Штребух обнулил помойку и на ум забрал. Штребух вылез из помойки, штребух налутал.